дорогие друзья, всем доброе, доброе утро. Сегодня к нашим детям приходил Дед Мороз. Старшему подарил самокат трюковый и баллончики с краской. Дочери подарил единорога, такой, который ходит за веревочку за ней, поет песенки. И большого-большого розового слона. Уже успела прийти к нам бабуля, поздравить детей. Даже подарила классные подарки. Сейчас иду в салон МТС в надежде купить сыну телефон. Потому что старый телефон у него сломался. Все, так. Взял сыночку телефон, такой Poco M3 Xiaomi. Игровой. 15 тысяч рублей. Все в удовольствие. Думаю, будет счастлив. Потому что без телефона уже около месяца сидит. Идем домой, будем поздравлять. Да. Все, погрузились в машину. Едем в Чищу. Доча. Сыночек. Сейчас придет наша мама. Ура! Все, дорогие друзья, мы добрались. Будем жить вот в таком шикарном доме. Вот дядя Слава. Привет. С наступающим. Рубка, привет. Все, будем готовиться к Новому году. Ура. Лолита, любимая певица. Джеки Чан, любимый актер. Так. Слушай, никого делали вот так. Дочек, что это у тебя? Ага. Помада. Помада? Кто тебе подарил? Это мы все вместе. Цветочек. Загорелый. Он славянок. Классно. Давай, ангела, сделай. А ногами. Не могу, тут снег плотный. Ну давай, вставай. Как он дали? А это гулять, дали под колу, сказать? Колу тоже не дали, сказали на улице. Это молодец. Ты будешь с колой? Ну, я запивать буду по-любому. А-а-а. Так, да. А чего вы пьете? Да вон Сэм стоит. А? Сэм стоит. А, да. Сэм? Да. Ну, давай, Сэм. Да, нет. Садимся ужинать. Шампанского нету. Могу вам предложить. Ребята, Красавик, а зачем ты банку просила с апельсинами? Так вы не будете пить? Ну, в машине. А что вы пьете? Валерия. Выпивали уже эту? Валерия остановилась. Обычную? Ага, давай в следующий раз. Ставь тогда обычную. Валер, иди тогда. Ставь обычную тогда. Класс. Бросить шампанское, тебе еще рано. Поэтому только в костер. Печка, с Новым годом! Скажи, с Новым годом всем! Новым годом! Новым годом! Я рано чокнулся. Конечно. Да. Еще раз. Ну, ребят. Новым годом!